Друзья, в рамках работы над собственной психосоматикой, а вы уже смотрели, что такое психосоматика, прочитали, что это вот как раз та банальность, когда все болезни от нервов, точнее от нашей психосоматики, мы с вами будем заниматься медитативными техниками. Это такое общее название. Но не путайте, здесь медитацией мы не будем заниматься. Что такое медитация, я уже сказал в другом ролике. И в чем преимущество, и самое главное, в чем вред медитации. Поэтому не нужно путать, а мы часто путаем вот медитацию с релаксацией, аутогенной тренировкой, состоянием транса. Вот мы будем с вами заниматься релаксацией. Это мышечным или ментальным расслаблением. Расслаблением. Это переход в состояние транса, некого гипнотического изменения сознания. Тогда, когда мы можем сами себе внушать при помощи аффирмаций какие-то цели, задачи, поставленные на наше здоровье. Ведь мы не с болезнями боремся, мы создаем в себе здоровье. И вот эти медитативные техники нам будут с вами помогать. Я дам не только общий обзор этих медитативных техник, что такое релаксация, что такое транс, что такое гипнотическое состояние, что такое аутогенная тренировка, но и буду давать в роликах, а вы подписывайтесь на мой канал, вот некие такие техники вхождения в состояние транса. А состояние транса – это тогда, когда мы можем разговаривать с собственным подсознанием, когда работают наши интуитивные каналы, вот в этом ментальном состоянии расслабления. Или просто обыкновенные техники расслабления мышечные. Вы посмотрите на многих людей, которые ходят вокруг вас, какие в них зажатые позы, зажатая мимика. И посмотрите, какая свободная, какой свободный невербальный язык у меня и какая раскрепощенная мимика. Если и есть эмоции, которые выражаются какими-то мимическими такими пасами, то это паттерны для определенной эмоции. Так вот, мы с вами и будем и эмоциональным релаксом заниматься, так, чтобы наше настроение зависело от нас, а не только от обстоятельств. Хотя и обстоятельства влияют на наш эмоциональный фон, на наше настроение, как говорится, ветром надуло или что-то скушал. Так вот, друзья мои, про медитативные техники будет целый большой обзор не только в роликах, но и в текстах, где они будут размещены на моих сайтах. Вы посмотрите ссылки под этим роликом или под другими роликами, где даны переходы на эти сайты. Поэтому, друзья мои, мы не будем заниматься медитацией духовного или религиозного, эзотерического оболванивания. Мы будем заниматься вот именно психологией своего тела, психосоматикой. Это научный подход к проблемам нашего внутреннего психологического мира, тогда, когда экология нашего внутреннего мира зависит в большей степени от нас, от нашего позитивного мышления, от нашего внутреннего диалога и от нашего состояния тела, когда мы можем снимать какие-то зажимы, когда мы можем владеть невербальным языком, когда мы можем играть невербальным языком, когда мы можем общаться, когда мы можем включаться в эту реальность. Ведь все психологи говорят,
будьте здесь и сейчас. И мы этому научимся. И наладим наш внутренний мир, его экологию и качество нашей жизни. Так что подписывайтесь на мой канал, смотрите про мои медитативные техники, про то, что я вам буду давать в виде упражнений или каких-то рассуждений. До встречи!